Китайцы плохо говорят по-английски. Правда ли это? Почти. Учитывая то, что в Китае есть свой английский язык. А все потому, что даже изучая иностранный язык, китайцы не готовы отказаться от родной культуры. И все делают на свой манер. Так на место инглиша в Поднебесную пришел чинглиш. 没事啦，想跟你 follow up 一下上次 meeting 讲到的一些东西，对对对，因为我们 team 已经看了整一个 marketing campaign 的一些 detail 以后，觉得有些地方不是很 make sense，对，想跟你 go through 一下我的 concern 好吗 ？Hello， 大家好，всем привет， меня зовут Анна Кузина。 В этом видео я вам расскажу о таком интересном явлении, как чинглиш, с которым наверняка столкнулись те, кто хоть раз был в Китае и слышал смешанную англо-китайскую речь. Вы узнаете, что такое чинглиш, откуда он взялся и как им пользуются китайцы. Также вы разучите топ-10 английских заимствований в китайском языке, без которых никуда, если вы хотите понимать, о чем говорят современные китайцы и быть в тренде. Ну а если вы еще не начали изучать китайский и только присматриваетесь, или изучали, у вас не получилось, вам не хватает базы, я приглашаю вас на мой бесплатный игровой практикум «Китайский – это легко». Вас ждут 4 практических урока в формате игры, на которых вы узнаете, что такое китайские тоны, как они произносятся, научитесь их произносить, узнаете, что такое китайские иероглифы, научитесь их писать, запомните более 20 китайских иероглифов и более 30 китайских слов, а также узнаете, как можно изучать китайский быстро, легко и с удовольствием. Записывайтесь под этим видео. Сначала пара слов о самом чинглише. Заглянем в историю. Благодаря своему выгодному геополитическому положению, Китай всегда привлекал внимание завоевателей с Запада. Так, английский язык был завезен британскими торговцами в 17 веке и использовался для общения с местным населением. Развитие торговых отношений между британцами и китайцами породило китайский pidgin English – язык с максимально упрощенной грамматикой и сокращенным словарем. Употребление пиджина стало сокращаться в XIX веке, благодаря появлению новых школ, где преподавали классический английский. Некоторые филологи считают, что именно на основе пиджина сформировался сегодняшний китайский английский – чинглиш. Что же такое чинглиш? Чинглиш – это вариант английского, образованный от его смешения с китайским. Chinese плюс English – получается чинглиш. Чинглиш – это китайская грамматика, китайский синтаксис и английские слова. То есть китайцы используют английские слова по правилам китайской грамматики. Пожалуй, самый прикольный пример – это возгласы китайских торговцев на рынке. Лука-лука. В китайском, чтобы выразить вежливое побуждение к действию, употребляется удвоение глагола. Кхан – это по-китайски «смотреть». Чтобы сделать удвоение, соответственно, произносим кхан два раза. Кхан-кхан. Посмотри. Далее переводим дословно на английский. Лук-лук. Вот что получилось. Китайцам это выговаривать трудно, поэтому получается не лук-лук, а лука-лук. Лука-лука. Думаю, что здесь идея вам понятна. Сильно углубляться не будем. Давайте лучше сразу перейдем к английским словам, которые стали частью китайского лексикона и зачастую потеряли исходный смысл. Итак. Топ-10 англицизмов, которые в Китае не всегда означают то, что вы думаете. Out – изначальное значение «вне», «снаружи». В Китае означает совсем другое – быть не в теме, отстать от жизни. Например, «ни тхай аут ла» – это можно перевести как «ну ты совсем не в теме, ты отстала от жизни». Боже, как я отстала от жизни. Get – первое значение у этого слова в английском – «получать». В Китае используется в значении «понять», что тоже есть в английском, и «достать». Говорят в прошедшем времени, но глагол употребляют в настоящем времени и присоединяют к нему китайские грамматические элементы, результативную морфему и частицу прошедшего времени. Например, «во ге таула» – «я поняла», «до меня дошло». «Господи, до меня дошло!» Или «во зай ван шан ге таула и хуан тай и». Я в интернете купила или достала пальто. Хай – высокий. В Китае это классно, здорово и даже веселиться. Например, 我们一起去嗨. Пошли веселиться. Пойдем вместе веселиться. Лёд, а зачем мы танцуем? Весело. Потому что весело. Hold – держать.
Выражение «hold you» в значении «удержаться», «стиснуть зубы» стало известным благодаря тайваньскому студенческому телешоу. Однако еще большую популярность снискал антоним «hold puju» – «не выдержать», «не вытерпеть», «не вынести». «Call» – «звать», «звонить». Изначально это слово пришло в китайский язык из японского сленга. В Японии фанаты, чтобы поддержать своих кумиров, танцуют так называемый ватагей. Ватагей включает танцевальные комбинации, песни и кол – возгласы одобрения. В китайском языке есть выражение «та» – «кол», и употребляется оно для того, чтобы выразить согласие или поддержку чьей-то позиции. Кейс – дело, случай. В китайском языке это слово тоже употребляется в таком значении и заменяет слово «шитинг» – «дело». Но чаще всего вы услышите его в выражении «сяо кейс». Дословно это значит «маленькое дело», а на самом деле это «ничего страшного», «без проблем», «невелика проблема». Типа «абдом». «Ничего страшного», хотя как бы ну… «Feel» – «чувствовать». В данном случае «feel» заменяет китайское слово «ганчуэ» – «чувство», «чувствовать» и употребляется в выражении «yo feel» – «иметь чувство». То есть изначально в английском языке feel – это глагол, а в китайском оно употребляется как существительное. Yo feel – это испытывать чувства. Так могут сказать, когда, например, парня тянет к девушке, что у него к ней yo feel. Повидать захотелся. Зачем? Тянет. А? Еще часто говорят «хэн yo feel» – «очень есть feel». Что это значит? Можно перевести как чувственный, атмосферный, с чувством. Например, «чэшу гэ хэн йо фил» – эта песня очень чувственная, атмосферная. В китайском также широко используются английские сокращения, которые либо утратили свое первоначальное значение, либо употребляются только в Китае. «PS» или просто «P» – это от фотошопа, в значении «отфотошопить». Более того, китайцы очень часто произносят это… На китайский манер и вместо пи они говорят пхи. Пхиэс или пхи. Падха пхитинчу. Прифотошопьте его, то есть вставьте его в фотографию. Пикей. Произошло от фраз в компьютерных играх. Player killing или player killer. Но сейчас употребляется в значении дуэль, состязание, поединок. И опять же китайцы произносят это на свой манер. Пхикей. Замля. Пхикейся. Давай поборемся. На тебя надвигается буря, атака бешеных лап, давай! Ну и последний англицизм, самый простой. Это bye-bye, и я уже уверена, что вы это знаете, потому что я в конце произношу эту фразу. Это пока, употребляется вместо китайского зайтиан, до свидания. Ну и как вы замечаете, китайцы произносят это на свой манер. Не bye-bye, а bye-bye. Ну что, как вам английские заимствования? Какое понравилось больше всего? Какое вы узнали только сегодня? И, кстати, пишите в комментариях английские слова, которые вы сами встречали в китайской речи. А я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться, ставить лайк и приходите на наш игровой практикум. С вами была Анна Кузина. Увидимся в следующих видео. Bye-bye!